Большинство участников всероссийского опроса едят перед телевизором во время просмотра сериалов. Как часто это делают соликамцы, сейчас узнаем. Я перед телевизором не ем. Почему? Потому что нельзя совмещать приятное и полезное сразу. Ну, бывает. Когда что показывают по телевизору? Ну, кино, наверное. Так часто едите? Не, ну не часто, но бывает. Как часто ты ешь перед телевизором? Ну, очень часто. Ты смотришь телевизор и ешь? Ну да. Что смотришь по телевизору, когда ешь? Ну, передачи всякие. Какие? Ну, вот этот Супер Ниндзя. Прикольно, и что, нагуливается аппетит? Ну да. Ну, раза два только могу, и все. Люблю смотреть новости. Люблю смотреть чрезвычайное происшествие. После этого аппетит не пропадает? Нет. Очень мало. Я вообще перед телевизором не кушаю. Прикольно. Регулярно. Регулярно? Почему? Почему? Потому что время экономим. То есть и перед телевизором, да. И телевизор посмотреть, и покушать. Да. Классно. А что в это время показывают по телевизору? Ну, в основном я смотрю политические передачи. И как, аппетит нагуливается? Ну, начинаешь нервничать и начинаешь быстрее жевать. Добавлю, диетологи рекомендуют есть перед телевизором овощи, красиво нарезанные и разложенные на тарелке. Организму такой витаминный прием пищи придется по душе.